озабоченный, вроде на работу. Thank you.
Гравлевская писала, да? Рима Викторовна. Наверное. Тоже не. Она жена вот этого Карпенко. Так, да? Может. Картина здесь неплохо смотрится. Да. Все-таки не репродукция. Да, нет, во-первых, картина. Потом она здесь очень хорошо по такой колористике. Очень хорошо. Так, симпатично сделано. Общий колорит мне нравится здесь. Дизайн. Эх, меня обманули, а? Ну где-то же здесь нет нужной Полонского. В 1992 году. Но, к сожалению, не сохранилось старой постройки дома. Дома, который был построен руками его хозяина Ивана Петровича Пожалостина, известного профессора, академика, мастера резцовой гравюры на меди конца XIX века. В 1970 году случилась страшная беда, сильный пожар. И постройки дома практически не сохранилось. Вот верхний снимочек, вы видите, это фотографии дома 1950 года. Так он выглядел до пожара. А в центре вы видите фотографию, это одни развалины, поросшие кустарниками. И 10 лет
шли ремонтно-восстановительные работы. Очень много сил и нервов даже было потрачено на то, чтобы выделить средства, выявить средства. И вот как раз Кравьедка Садкина и Александра Федоровна Перепелкина очень многое сделали для того, чтобы все-таки этот дом стал музеем. И чтобы здесь в своей красе были представлены работы Ивана Петровича Пожалостина. Кстати, когда шли ремонтно-восстановительные работы, то в фундаменте дома один из рабочих наткнулся на закладную записку. Вот ксерокопия закладной записки, написанной рукой Ивана Петровича. И вот что он там написал на память для нас, для потомков. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На сём месте села Солодчи, бывшим писарем, а ныне профессором и академиком Императорской академии художеств, строится этот деревянный дом на каменном фундаменте, постройка которого была закончена 27 мая 1880 года. То, при сожалению, здесь не хватает резцов. Ну, вы представляете, это металлический стержень на деревянной ручке, трехгранный, четырехгранный, граб-штихель. Это специальные инструменты, которыми пользовался мастер для изготовления. Иван Петрович не Солодчи. Его родина – село Ягалдаево, Ряжского уезда Рязанской губернии, где он родился 7 июня 1837 года. Еще до отмены крепостного стал профессором в своих автобиографических записках. И вот что он пишет. «Дед часто брал меня в церковь. В то время всех приучали к службе. И приходили маленькие ребятишки, но они не могли долго стоять, начинали шуметь и баловаться. И вот тогда дед просил: ну, пожалуйста, потише, пожалуйста, не баловаться». И, видимо, это доброе обращение запомнилось. И уже переговариваясь на следующую службу, ребята говорили: вон он, пожалуйста, он пришел. И вместо Храпова, такую фамилию он должен был носить по отцу с матерью, он стал Пожалостиным. Затем, когда внезапно умер дед, Ваня остался круглым сиротой. Конечно, на его долю выпали испытания. Самому пришлось на хлеб зарабатывать. И по найму работал, и скотину пас, и поводырем был, водил слепых. И кто знает, как бы сложилась его судьба. Но его определяют Рязанский, Троицко-Сетяковский, сиротский приют. В то время по селам ездили попечители и отыскивали сиротских ребятишек. И вот он попал в Рязань, в приют. И попечителем его был этого приюта очень добрый, отзывчивый человек. Дочь повзрослела, и вот такой здесь ее он изобразил. Но мне стоит подробнее говорить о технике гравирования, чтобы... Я не знаю, это вообще, наверное, известно. Если известно, я не буду столь подробно останавливаться, потому что вы представляете, да, что это очень трудоемкий процесс. Все это считается подвигом. Да, вот подойди сюда, пожалуйста. Представь, у нас медная пластиночка. Вот как раз первоисточник того, откуда и печатаются гравюры. Мастер все-таки постараться, но раздобыть именно медную пластину Ивана Петровича, пожалуйста. Вот над ней трудится мастер, годы затрачивает. И, конечно, при жизни он может исправить. Вот она стерлась, много оттиска сделаешь, конечно, стираются линии. Опять можно резцом подработать, если при жизни, так сказать, он это может. А так и другой бы мастер, но это уже другая рука и нервы. И вот в основном он сделал около 80 гравюр, это довольно-таки много. Причем это портреты известных деятелей, военных деятелей, художников, кардиологов, поэт Некрасов. На соискание профессорского звания. И эта гравюра есть и в Британском музее в Лондоне, и в Париже, в Лувре. То есть Пожалостин активно участвовал и в различных художественных выставках, и в издательстве сотрудничал с журналами «Русская старина», «Отечественные записки». Вот вы видите книги 1886 года издания. Полное собрание сочинений писателей Гончарова, Батюшкова. То есть вот так активно работал и сотрудничал с издателем Синевским. А вот здесь, как мы узнали, тоже был построен вот эта первая половина дома в 1880 году. Кстати, когда он был в Париже, знакомился он с французскими гравёрами, в том числе с Полем Жерарден, и узнал очень многое о технике гравирования, о том, что можно использовать и аппорт, и рисуночки. Но затем сделали два приотиска, более это не печатали. А он пошел еще дальше. Вместо надписи
стал делать маленькие портретики, выполнять которые было еще сложнее. То есть лишний раз доказывал, как он виртуозно владеет резцом. Причем это были не просто отдельно взятые какие-то портреты, а обязательно чем-то связаны с основным гравированным портретом. Вот здесь вы видите императрицу Марию Федоровну, это портрет цесаревича. Здесь портрет Державина, а здесь лингвист Грот, то есть связь такая тоже по языку. То есть стремился как бы добрый даже сделать, вот душевный он такой был человек. Скажет, ну пусть посмотрит на Державину, он преподносит императору Александру II. Тот оказал ему монаршую милость, благодарность, денежную премию, но, как пишет Иван Петрович, большую благодарность я получил от самого Перова, который, увидев, как пожалостью сделал гравюру по его картине, сказал ему: «Ну, батюшка, я не ожидал. Я думал, вы, как большинство граверов, наделаете чистых штришков, изуродуете картину и все. А здесь я признаю и ваш талант, и себя». Действительно, причем один из сыновьев, пожалуйста, на Петр, даже был женат на воспитаннице Полины Виардо, но Иван Петрович был против этого брака, потому что сын был очень молод, воспитанница молодая, он понимал, что ничего хорошего из этого брака не выйдет. И, к сожалению, так и получилось. Дети будут, но брак окажется недолговечным. И вот, к сожалению, сыновья Пожалостина, хотя будут также талантливы, у него уже был свой класс. И казалось, он достиг всего, чего хотел. Были ученики, кому он передавал свои накопленные знания. Но через несколько лет класс закроют, расформируют. Потому что на смену этому трудоемкому процессу гравирования придет фотография. И вот Иван Петрович не останется жить ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, хотя к этому времени уже будет иметь высокий чин в табеле о рангах. Он вернется сюда, в Солочи, вот в этот дом. Вот посмотрите, каким он уезжал, никому неизвестный писарь, 25-летний, из Солочи. И вот вернулся в Рязань профессором, академиком. И, конечно, здесь он, как я уже сказала, не был замкнутым человеком. Когда он жил здесь, то к нему в Солочи ушли крестьяне буквально по любому поводу. Он никому не отказывал, потому что он сам прошел эту суровую жизненную школу, знал, как тяжело живется народу, кому прошение правильно. Случайно заразился, и ему пришлось поехать в Рязань и сделать укол. Но врач попался молодой и неопытный. И когда он делал укол, зацепил сухожилие. И у Ивана Петровича стала сохнуть рука. Тут уж пришлось, конечно, отложить все дела. Он поехал в Санкт-Петербург к известному профессору Боткину. Руку спасли. Но, конечно, вот дали полноценно заниматься уже гравюрами. Видимо, тоже это не помогло и не давало возможности выполнить ему интересную, как бы заключительную гравюру, этапную в своем жизненном пути. Это гравюру с картины Иванова «Явление Христа народу». И вот как раз здесь, в Солочи, вы видите фотографии в рабочем кабинете, пожалуйста. Ему и хотелось закончить эту гравюру. И около 15 лет шли подготовительные работы. Ведь нужно было с огромного полотна сначала рисунок маленький сделать. То есть это просто адский, сложный, кропотливый труд. Но, к сожалению, вот эта гравюра осталась незаконченной. Христа народа, с которой он работал здесь. И, как вы видите, даже вот рабочий стол, из той мануды всего, он был такой пытливый, старался дойти сам и сделать много своими руками. А здесь у нас новая выставка. Вообще в этой половине музея мы проводим разнообразные новые выставки. То есть стараемся жизнь уже настоящей. Рязанский град. А вот как раз всего вам комната эта небольшая. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Ну, еще вот можно посмотреть внутренний дворик. Сейчас мы спустимся в баньку, которая сохранилась. Так.
всего. Он был не так давно в таком плохе. Пьяный лес. Что же эти монашки, как они, какие есть? Не знаю. Это Сталина, да? Ну что, свой облик имеет монастырь, да? Да, вы смотрите на эти. Да. Удивительные кружева. Рязанская лесная галерея. И вот тут тоже вот, традиционно, когда ты будешь помогли на самом плато, это бакер. Все там ходили с черными, оставили все время черными. Назывался автоскнапт Штиннамри, но оказывается, в общем, он и тут вот мелкую подъемку такую устроил. Приходил как давно-давно, капитан первого ранга какой-то, ну, такой приходил, как дядя сейчас или тетя из обкома, собирал своих научных сотрудников и говорил: не вздумайте сказать, что это русский флаг, всем говорить, что это французский флаг. Вот так вот райская жизнь. Не вздумай сказать, что так выглядел флаг России. Делают сами, вымыслив в размерах обувь, так у художника рука сама рисует. Если композитор будет думать, на какой ленточке написать ноту до, то не композитор, а кретин. И мозг у него будет такая же, вот какой она вот и есть. И вот в этом особняке, на втором этаже, великолепнейшие фрески Клима. Такие вообще уникальные. Там 6 или 7 фресок. Больше. А, может быть, даже больше. Может быть, даже больше. Мы приезжали туда, снимали. Феноменальные. То есть мы... Она, сказ о братане написана, это опера просто гениальная. Потрясающая. Нет, это слова очень... Потрясающие. Чё? Слова очень ответственные такие. Вот. Музыка потрясающая. Иван Иванович вообще прямо в усмерть влюблен в эту музыку. Он не профессионал, но она его достала. Да. И не только его, а когда на Московской осени мы студенческими слабенькими силами исполнили эту оперу, то овация длилась 20 минут. Но это благодаря тому, что это непосредственно было такое вот... Овация длилась 20 минут. Было, такое было. Спасибо. Вот. Такая же, как наша красивая женщина. Да. За вас. Спасибо.
Краткий, прекрасный пост. Будьте здоровы. Ты рукой, ну. Все. Называется по совмещению. Здравствуйте. Зато на память останется. Очень приятно. Вообще огромное, я скажу, изобретение все-таки видеокамеры. Все остается потом. Итак, ценно. Все в развитии. Может быть, вшире, вот туда и сюда, и за это хвататься. Думаю, тут новое, вот джазовые элементы вводят, это самое, попсу всякую и так далее. Вроде как это под видом современного, какой-то современный. Это было уже 20-30 лет назад, по-моему. Да. Эксперимент. Но новое заключается в глубине проникновения. Вот, а эта глубина, она бесконечна. Хорошо. Да, это точно. А вы знаете, мы сейчас приехали в музей, а директор музея оделась и пошла на рыбалку. На зимнюю. Да. Да вот, вечер к земле. Хочу отдать кусочек хлеба. И забываю на столе. Я знаю все, что я должна, но не исполнила завета. Простишь ли ты меня, Господь, за все, за все? За все за это. Очень такая содержательность. Очень содержательная наполненность стихотворением. Это как покаяние такое на душе. И мне стало легче на душе. Да. Ну, правильно, вы облекли в слово, в русское ёмкое слово, свои мысли. И как бы от них в какой-то степени освободились временно. Угу. Ну, ты правильно, это способ очень такой облегчить свои наболевшие мысли, страдания. Так вот у Сирока мне это тоже ту главную идею, которая... Угу. Кстати, все-таки они неважно исполнили. Никуда не вот, отвратительно. Они ничего не поняли. У Сирока камни с родного порога, да. Нищие убоги просили у Бога. У Сирова камни с родного порога, нищие убоги просили у Бога. Дай ты нам, Боже, хлеба кусочек. Андрей, я фальшиво пою, скверно изнимаю. Хлеба кусочек. Голосу дай нам народ созывать, взяла Танась. Голосу дай нам народ созывать, жито растите, поля засевать. Жито растите. Очень хорошо. А? Когда он пел, наверное, полный здравия был, все, он прекрасно доносил, у него дикционно никаких не было проблем вообще. Он знал, о чем он поет, он знал, как он поет. Ну да. А это просто бубнили. Они ничего не поняли. Смотрите. Там икона Божьей Матери стоит, и знаете, да, вот это с него начинался монастырь, с этой церкви.
Идет и молчит. Нет, чтобы сказать, я бы помог. Ужасно скользко. Это не для протокола. Купальня с лечебной водой монастырской. Они пока скупаются, оденутся. Видишь, без полотенца. И полотенцами нельзя вытираться. Да, я. Сейчас это все пройдет. Вот сейчас выходят все болячки. Все болячки и все лечебные. Смотрите! Да. Иван Смирнов, замечательный человек. Вот это дед поэта, Титов, Петр Андреевич. Вот эта школа, в которой Есенин учился, ее потом снесли, сейчас ее восстановили мы к столетию Есенина. А вот эта фотография Константинова на фоне второй, он корчился там что-то, болезни, никто не мог определить, чем он был. Вот кожаный костюм крестьян. А вот эта репродукция, как бы реставрация села Константина, центра, который был. Дом Есенина, сейчас я вам скажу. Дом Есенина находится. Так. Мы с вами оттуда? Нет, мы вон. Вот дом Есенина. В доме Есенина, вот амбар, Рига. Сейчас мы увидим. Там нет, это уже сосед. Вот там против церкви. Там его, почему у него столько стихов православных? Потому что он окно открывает, у него вид на вот эту окну. Вы сейчас увидите из дома музея через церковь. Все мирно, нигде нельзя написать. А это вот как раз дом Кашина. Кулакова, помещик Кулаков, но на самом деле он был владельцем на снежном рынке, на Петровом рынке в Москве. А это у него тут он поместье был. У него тут жили жена, дети. На самом деле еще по наименованию деревни Поповка Косемского района Рязанского, 200 километров отсюда, вот, которые делали вот такой вот гармонь. Строй до сих пор не имеет аналогов в России. Нажим разные ноты. Причем сочетает в себе элементы. Она очень расстроена. Мы сейчас в Тулу. Примеры такие. Да. Нет, больше нет. И в то же время сочетание саратовское. Видите колокольчик? Да. Изумительный просто звук. Изумительный. Мы отдали сейчас. А ее реставрацию не. Мы отдали в Тульскую, на Тульскую фабрику. Они нам сейчас делают. Но запросили очень много. Вот как выглядит церковь, колокольник церкви. Ну а здесь вот первые шаги Есенина в поэтической среде. Это вот когда он приехал.
2015 году он тянет по журналу мою фамилию. Хотел бы зайти вам часа к 4 с почтением Сергея Есенина. И пишет ответ. Произведение крестьянин Рязанской губернии, 19 лет от роду, стихи свежие, чистые, голосистые, многословный язык. Приходил ко мне 9 августа 15 года. Это было интересно, да, очень. Это подлинно. И вот его эта тусовка петербургская, вот он с Городецким на гармошке да, играет. Вот, на, вот как раз вот эта вот Ливенка. Вот она. Вот эти редактора журналов петербургских. Когда он уже развился, я отошел, их перерос и ушел в другую сторону, они начали там памфлеты все равно. Это очень интересная фотография, да? Да, это у нас есть такая. Вот в фильме вот есть такая у нас. Понимаете, в чем дело? Вот я вот, знаете, о чем думаю? Дело в том, что Сергей Есенин тоже пришел из крестьянской среды со своей крестьянской песней. Да? В Петербург, в столицу. Что это было? То же самое, что сейчас вот этот кусок помещается Кашина, порога Анны Сергеевны, Лидии Ивановны. И именно этот инструмент слышал Есенина, самый главный профессор. Еще раз начнем. Да, это из этого. Это была усадьба. Дом, как называется. И очень какой-то очень высокопоставленный чиновник в Москве, который поселили в эту балетную школу Дунька. Как раз правительство отдало это. И вот там был этот план, на котором мы высадили. Рояль Анны Снегина, Кашина. Диван, на котором познакомились Айседор Дункан и Есенин. Вот подлинный его цилиндр. А это кто посередине? Я ношу, хожу в цилиндре для женщин. Глупой страсти и сила, в сердце жить не в силе. В нем удобнее грусть свою меньше, золото овса давать кобыле. У него была очень красивая фигура атлетического сложения. В Америке ему говорили, что он мог бы стать атлетом и делать на этом деньги. Нет ни одной фотографии, где он в невыгодной позе. То есть он это брал под контроль. Он знал, что кто он. Понимаете? Умел товар лицом показать. Да. Лицо не такое рязанское. Ну, все говорят, что он крестьянский сын, но у него все-таки в крови были и не очень такие простые гены. У него все-таки родословная была... Нет, ну его... Нет. Нет, я вам могу сказать, вот, с творением Есенина... Так же, как и Ломоносов. 18 лет. Там, где вечно дремлет тайна, есть нездешняя страна. Только гость ее, гость случайный, на полях своих земель. Широки леса и воды, крепок взмах воздушных крыл, но века твои и годы затуманил бег цветы. Цилиндры из синего. Суждено мне изначально возлететь к нему и тьму. Ничего я в час прощальный не оставлю никому. За век твой свыси звезды, тот покой, где спит гроза, в две луны зажгу над бездной незахватные глаза. Это Есенин. Первый поэт, который написал о космосе и вообще о космическом мышлении. И о спутнике. Все, он все. А незахватные глаза, и вот когда портрет на его видели, над обрывом стоит, и мы были как-то с друзьями остались здесь. Луна светит на этот портрет, ничего не видно, одни глаза вот такие, как две луны. Василькова. Вот аж вот так вот. Ну, это его психоз по поводу этого современной поэзии, это все было. Когда ему женизм, как бы. Потом он от этого... Ну, многие переболели. Так а что, с администрации никого нет, чтобы кому можно было показать видеокассету?
Ну вот видите. Никого нет совсем? Что ж такое? Мы оставим библиотеку. Вроде бы договорились, все. Мы в библиотеке. Нет, и мы сейчас выясним, почему так случилось. Потому что договор тут был. Вот это очень... Ты желающая моя старушка, вот она. Ну он ее называл старушкой, посмотрите на эту женщину. В 25-м году ей было... Вот это, смотришь, черный человек, как да, вот фотограф. Да. У нас он есть в фильме, как раз на черном человеке. Это Надежда Дмитриевна Вольпин с сыном Сергеем Сеналиком, который сейчас в Америке, профессор математики, один из ведущих самых профессоров. Он к нам. Обратите внимание, пошли в скорую лицо. Как крыльями машет, как крыльями птицы ее на шее ночи. Как будто он оскорбит не о себе, а о тех, кто его открывал. Конечно, видно, что замазан лоб. И потом замаранные вот японцы, эти замаранные части протокола. На лбу 20 граммов мозга. Да это уже доказано давно. Просто. Вот, не хотят. Вот, посмотрите. Но самое интересное, что его в могиле нет. Человека это не могли сделать. Они, кто убил, они его тоже похоронили на следующую ночь, выкопали, опять закопали гроб, а там нет никого. Чтобы следов, да. Как боятся. Еще. До сих пор боятся. А почему? Потому что знают, кто он такой. Мировая общественность его признала поэтом номер один 20 века. Да. Сергей Рахманинов, композитор номер один. Вы знаете, да? А поэтому вот это все. И вот до сих пор, вот, все, что касается Есенина, все как будто в стену. До сих пор приходит... Вот экскурсоводы и говорят, что он повесился. Не вызнают, не прикрывают. Приходят, приводят на могилу. Я вот что мог сам делать и делаю, вот как просто вот частное лицо, там с кем договариваюсь, приезжаю к другим именам, все радуются, а вот так уж они сами распали. А вот его чемоданчик, с которым... Вот эта фотография очень... редкая. Да. Вот посмотрите, где его вот после того, как он маску ему сделали, у него волосы это были волнистые, видите, у него какие красивые. Да, а там они зачесали. Распрямились все. Но его даже убивали даже не в этом номере, его где-то в подвале убивали, потом перенесли. В этот номер был вообще нежилой. Нет, дело в том, что эта гостиница была гостиницей. Ну это да. И номер его соединялся со складом раньше. Вот. Тайная дверь там была. А этот склад соединялся подземным ходом. Напротив этого дома, гостиница, была следственная залеза. Здесь хорошая, но здесь его уже загримировали. Там убивали, а потом перенесли его в ковре. Да. Вот, на нем были ворсинки. Имитировали, что... А вот этот памятник, Пушкина, вокруг которого обносили, он стоит сейчас стоит напротив. Не напротив кинотеатра России, а вот там, где Тверской бульвар. Да. У меня есть фотография. Вот, поэтому вот это место, когда вот выходит на Тверской бульвар, всегда как-то нужно... А вот зачем это сделали, тоже непонятно. Да, вот это непонятно. При советской власти что? Церковью и усадьбы Есениных. Это три основных мемориальных объекта на территории музея Олейника. Ну, вот такой вот дом был в начале века, фотографии, видите, то есть он воссоздан абсолютно таким, какой он был в те годы. Но прежде чем продолжить рассказ об этом доме, люди, которые бывали и жили здесь, несколько слов скажу о Константинове. Константинов — это одно из старинных приокских и израстских сел, расположено на высокогорном берегу реки Оки, протяженность его несколько километров. В архивных документах оно значится с начала 17 века, находясь в дворцовом ведомстве. Ну, потом была вотчиной именитого барина Морозова. Позже переходила от одних владельцев к другим.
И вот, значит, здесь представлены гербы высших хозяев села Константина в разные времена года. Знакомые все фамилии, правда? Мышевский, Нарышкин, Галицын, Долгорукий, Алсуфьевы. А в 1897 году кусок из Богородско-Купьяновых это имение приобретает московский миллионер, тоже небезызвестный в те годы, содержатель ночных домов и питейных заведений в Тром рынке Москве, Иван Петрович Кулаков. О нем в своей книге «Москва и москвичи» упоминает Мирос, знаком с ним. В общем, после приобретения имения он занимается его благоустройством, по посажен в большой фруктовый сад, тут каждый раз ему сам берега реки России. Был разбит парк в английском стиле, но самая главная заслуга Кулакова перед Константиновцами в том, что в конце прошлого века вместе с жителями села они строят земскую школу, ту самую, в которой учился Есенин. И теперь эта школа восстановлена на прежнем месте, причем восстановлена точно так же, такой же, какой она была тогда, по сохранению фотографиям, документам, по вспоминаниям старожил, фундамент той школы сохранился, и вот на том же фундаменте построили новую школу. Ну вот, Иван Петрович, очереди, когда приходили к диване, А вот здесь, посмотрите, фотографии семейного архива Кашиных, и вот на этой вы видите еще Лидочку Кулакову среди выпускниц Александра Смитсута в благородных дивизиях. Закончив этот пансион, она получает хорошее образование, воспитание, владеет несколькими иностранными языками. И как одна из лучших воспитанниц была награждена золотым шифром, фигурным буквам, уложенной римскую цифру 2, обозначающую им императора, ученый данных пансион. Но надо заметить, что наряду с этой наградой она имела еще одну очень, ну как, вещь, которую очень дорожила. Это был подарок ее кузена Викторова, брошь в виде офицерского кортика, золотую рукоятку с сыпанными бриллиантами. Я заостряю ваше внимание на этом потому, что вот других, в общем-то, драгоценностей она не имела, независимо от того, что она получает очень большое наследство от своего отца. И вот как раз-таки здесь говорится о том, или это подчеркивает то, что она была совершенно противоположностью отцу. Если отец был, несмотря на то, что миллионером, в то же время жадным, скупым человеком, никогда на короткие каникулы не брал ее домой, считая непозволительным и расточительным расходом извозчика одного конца города Москвы в другой. Но когда приобретает своему младшему сыну подарок уже на Кристо, он отказывается после длинной сигареты до тех пор, как он эти средства не восстановит. Так вот, Диана была достаточно... Да, то есть он очень такой вот... Диана была совершенно противоположностью отцу. Вот, ее как раз таки больше интересует духовный мир. Ну и, значит, когда она заканчивает этот пансион, происходит ее знакомство с Николаем Павловичем Кашиным, учителем словесности в то время в гимназии и занимающимся по договору с ее сыном, ой, с ее братом вот здесь вот на усадьбе. Выбор дочери, конечно же, оказался не по душе отцу. Вопреки его воле, проявив твердость характера, она выходит замуж все-таки именно за него. Они уезжают за границу. Усадебное путешествие фото сделано в Париже. Когда вернутся в Москву, будут жить на Причистенке. У них рождается двое детей, Георгий и Ильичка. И вот надо заметить, что Георгий Николаевич очень, вернее, работает в нашем детей, а кто Георгий Николаевич, и он с огромной охотой соглашается на сотрудничество. Он охотно делится воспоминаниями, дает вам подробный, причем план дома или усадьбы, дает подробное описание вещей из этого дома. И вот я сразу уже обратила ваше внимание на рояль и сборник стихов «Семирадовица», тот самый, который он принес ему свой первый визит. У Лидионы была хорошая по тем временам библиотека, которую, конечно же, она не сумела сохранить, ну, по ряду причин. А вот три книги, которые она отжила особо, она сохранила, в том числе, видите, оказался и сборник стихов «Семена Равенца». А уже Георгий Николаевич Кашин в 1984 году передал ей ее, да, в музею. Так, мы пройдемте в следующий. Совсем рояль устроен. Вот ему а он, конечно, он совершенно да. Уже не годен. Он только вот как экспонат стоит, его даже невозможно отремонтировать. Это личная комната Лидии Ивановны. Значит, здесь она, как правило, занималась рукоделием, ну, где-то отдыхала, подвела какие-то итоги. Дело в том, что наряду с теми качествами, о которых я сказала, это была еще и очень замечательная рукодельница. И причем ревностно следила за тем, чтобы и дети ее росли трудолюбивыми. С самого детства их обучали, ну, и каким-то языкам, различным видам рукоделия. Кроме всего прочего, каждый из ее ребят имел вот здесь вот на усадьбе свой земельный участок, где совершенно самостоятельно занимались выращиванием овощей. Причем вот посева рассады до сбора урожая. А потом, во время обеда, вот в этой вот столовой, даже сообщали, что сегодня обед визит, и овощей. Ну, вот на этой вот настольке для рукоделия маленькая, сам ведущий был руками Кашиной.
На Вавилоне Булочке тоже ее же работа, и вот эта вот работа тоже в Вавилоне Кузе. Ну а здесь личные вещи, ее ширма, накидка, когда-то убила на калитке, мне было 16 лет, девушка убила накидки, сказала мне ласково. Нет, это личные вещи, это диваны, мы вот построены, столовая. Вообще дом построен, да, очень своеобразно, по кругу, и вот мы сейчас выйдем потом опять там, дело в том, что вот он строился таким образом, чтобы... Когда солнце встает, у нас еще одно. Как оно движется по кругу, в общем, каждый час освещается другая комната. Часы я продумала. Часы, да, конечно. Но только они неправильные. Это подлинные часы, да? Вы знаете, нет, здесь, конечно, не все вещи подлинные. Много из магазинов антикварных по описанию. Но такие часы были вот именно в этой столовой. Так, ну а столовая, ну что, ну все понятно, да, что с таким человеком собиралась семья, и, конечно же, когда приезжали, ну это тоже какой буфет. Что-то осталось еще. Ну все. Спасибо. Скажи, это дорога. Это орех, наверное. Крапы? Потрясающе. Ой, здорово. Да. Это была гостевая. Как раз здесь гости, которые приезжали для дивана, оставляли свои вещи. Ну, а я уже сказала довольно-таки много хорошего о Кашиной, но нельзя, конечно, не отметить и то, что это была обаятельнейшая женщина, умеющая обнять вокруг себя людей разных профессий и интересов. И вот на этом стенде мы видим только фотографии некоторых из тех людей, которые наиболее часто посещали этот дом. Мы уже узнали, да, среди них Сергея Есенина, а вот на обгоревшем листке найденном в амбаре Есениных стихотворение, которое он посвящает Кашиной для дивана. Это подлинник, да? Прическа, девическая грудь, о тонкая березка, что загляделась в пруд, что шепчет тебе ветер, о чем звенит песок, и хочешь косы ветви, ты лунный гребешок. Была здесь священник Иван Яковлевич. Они оставляли автографы стихотворений, которые посещали либо хозяйки, либо тем впечатлением, которые получали пребывание здесь. Ну, это акварель рязанского художника Ременкова, автограф поэмы Снегина, и это прообраз главного героя поэмы Брона Оглобленный. Петр Яковлевич Мочалин, житель села Кузьминского рабоче-кормского завода. В общем, очень личность этого человека интересовала Есенина, и он послужил ему в известном мире прообразом главного героя, вернее, в поэме «Анна Снегина». Знакомые вам фотографии, да? Ну и нельзя, конечно, не сказать, что поэму эту Есенин читает за ламперным столиком из квартиры Денеславской, который представлен тоже здесь в экспозиции, а на столике посмотрите личные вещи поэта. Значит, вы видите здесь Библию, на полях которой делал пометки поэт, когда читал ее. Здесь же икона преподобного Сергия Радонежского, подаренная Есенину сестрой императрицы Елизаветы Федоровны в день его именин. Книга, вернее, журнал «Красноводье» перепубликовали эту повесть, рукопись поэмы Анны Снегина, ну и другие личные вещи и предметы Ани Кашиной. Это заключительный зал, и надо сказать, что это был рабочий кабинет. Сначала Иван Петрович Кулаков, потом диванные. Но здесь о чем мы говорим? Наверное, о том, что судьба Анны Снегина была свойственна многим русским людям, не понявшим, не принявшим революцию, вынужденным покидать свои родовые гнезда, что и было сделано, да, героиней поэмы. А вот судьба Лидии Ивановны немножко отличается от Кашиной. Да. Дело в том, что после национализации имения, когда оно было описано, она уезжает на хутор к брату Ивану Петровичу Кулакову, Борису Ивановичу Кулакову, который жил здесь неподалеку от села Константиново на хуторе Белый Яр. Константиново местным жителям было принято единогласное мнение разорить барское гнездо, не оставить ему никаких следов. И совершенно случайно там оказался Есенин вместе с матерью Татьяной Федоровной. Когда он услышал о таком решении, он был в страшном недоумении, ну и, конечно же, попытался переубедить местных жителей не разрушать хороший, добротный дом тогда, когда село не имеет нормального помещения для школы. Школа ветшала, не имеет нормального помещения для амбулатории, как он говорил, приходится ездить за доктором в соседние села за несколько верст. А вот надо отметить, что Есенин пользовался очень большим авторитетом и доверием местных жителей, и они прислушивались к его мнению. Было действительно разорено все в округе, а дом остался нетронутым. Ну и на протяжении десятилетий служил Константиновцам в самых разных качествах. Сразу здесь разместилась амбулатория, потом жили школьные сельские учителя, позже здесь был какое-то время детский дом, потом сельский дом быта, а вот с 69 по 90, под 90-е годы здесь работала литературная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве поэта. В 90-м году дом закрывают на реставрацию, а в 95-м
рядом открывает вот такой вот необычный музей, музей одного литературного произведения. Надо заметить, что музеев с подобной идеей в мире насчитывается всего 7. Ну, скажем, в Америке есть музей Тома Сойера, в Германии и Латвии барон Мюнхгаузен, в Испании Дон Кихота, в Англии Шерлока Холмса, у нас в Ленинградской области Селе Вырина есть музей станционного смотрителя. Ну и вот теперь у нас в Константиново музей поэмы Анны Снегин. То есть можно сказать, что музей мирового значения, да, у нас теперь? Скоро будет музей всероссийского конкурса дополнительный. Это вот мезонин и есть, да? Наверное. Жаль, не видно сейчас. Окей. Так, проходите вот сюда, вот выйдите, посмотрите на вид. На реку, там на наши заливные луга, на заливные луга, конечно, вот она, красивые, конечно же. Да. Вот мокро ведь? Так, мы пойдем-то туда. Да, мокро все. Не расстроены, что мы сегодня не будем. Прядь волос Есенина. У мертвого сына Татьяна Федоровна срезала прядь волос, еще Николай Алексеевич Клюев срезал. Прядь Клюевская, Клюевым срезанная в Пушкинском доме, а это вот Татьяна Федоровна. Эта прядь хранится в Государственном литературном музее, а потом вот к нам пришла. Золото волос моих. Золото, да. Потрясающе. Царские песни вам покажу. Вам показывали икону, которую мы дарили великой Елизавете Федоровне. Да, Сергей Радонежский. Еще часы. Часы, да, были. Есть? Уже нет? Нет. Уже. А перстень подарил кто-то член царской семьи, ну, считает, что императрица. Ну, да, когда вот он с Клюевым, его, очевидно, да, читал. Нет, он его не носил. Не носил. Это женский. Украшения не носил. Но перстень какое-то время берег, а потом подарил. Иногда предмет характеризует... А кому он все подарил? Как он вернулся подарил обратно? Подарил сестре своей троюродной, Марии Ивановне Конотопы-Гверденёвой. Та перстня легенда такая. Считают, что он его нес показать хитрую Евгению Михайловичу, учительского скрипиковской школе. Он первый, кому Есенин подарил свою книгу «Радоница» первую. В 16 году в январе вышла книга, и считают, что первый, кому отправил дар Есенин книгу, был Хитров. Даже Горькому, которого высоко ценил, уважал, подарил книгу свою первую спустя 2 недели, выпускал, кому она вышла. А первый вот адресат, первый человек, кому направил дар книгу «Радоницу», был Хитров. А Хитров ему не ответил на подарок, ни строчки. Ну, вероятно, говорят, что Есенин обид не помнил. И Хитров говорил, что он ему поклон постоянно передавался с учениками. Сергей Александрович, это был главой президентской администрации. По заказу президента ковер выполнен был на Люберецком ковровом комбинате. Потом копии были везде, в магазинах висели. Да, первые вот. Из Кисловодска Горбанёв, читатель творчества, приезжал. Вот такую вазу нам дар оставил. Говорил, что его дядя портной на заказ Есенину костюм шил. Из Омска приезжал в Америке. Здесь... Почти полтора здесь стихи Сергея и подарил нам портрет Есенина на срезе маков зерна. Нужно смотреть вот сюда и навести, может быть, вот на белый или кому как. Вот посмотрите на кого-то, на увеличительный стекло там. Нет, то есть было обязательно смотреть. Это самое главное, что... Давайте сейчас просто побыстрее. Да, к доме. А поскольку мы должны быть вон четвертый? Ой, мы должны уже в 3 часа прибыть. Да ничего, в 4 мы приедем. Обед в 5. А что тогда в 3 там? А вот Андрей нужно выше. А мне в 5 часов надо уезжать. 10 минут 4, так успеем. В этой церкви крестили Есенина. Дом Сергея Есенина.
2016 году Есенин сам посадил этот. Вот этот дом? Тополь, да. А, вот этот сам дом. Лично. В 24 году приехал. Построек, без участка, никакой ценности практически не представлял тогда, да, и тогда дед его строит необычный для этих мест дом северного типа, первый этаж которого служил амбаром, там же размещались какие-то хозяйственные постройки, а на втором этаже были жилые помещения. Именно в том доме 21 сентября по старому, а по новому 3 октября 1895 года и родился Сергей Есенин. Дом стоял вот на этом самом месте до 1910 года. Из-за старости ветхости его сносят, и на его месте строят вот такой дом, какой мы видим сегодня с вами. Но пожар 22 года, спаливший треть Константинова, конечно же, спалил дотла и дом Есениных. Родители, получив страховку от сгоревшего дома, приобрели избушку-времянку, вот ту самую, которую я вам показала, в которой жили несколько лет. Когда Есенин вернулся из-за границы в 24 году, встреча с родными происходит у порога той самой избы. Он был, конечно, печален, удручен увиденным, поскольку так плохо и бедно его семья никогда не жили до того времени. Но, тем не менее, он, конечно, все это, как говорится, сразу не показал, а отразил позже в его стихотворении «Возвращение на родину». Отцовский дом не мог я распознать, приметный кленыш под окном не машет, и на крылечке не сидит уж мать, кормят цыплят крупичатой кашей. В общем, он помогает им средствами, они вновь строят на этом месте дом. В 25 году дом был уже построен. Но пожары в Константинове были очень частым явлением. В 29 году вновь начинается пожар. Начинается далеко от дома Есениных. Есенин успевает вынести все вещи из дома, а дом опять частично пострадал. И вот этот дом, который вы видите сегодня, был окончательно восстановлен в 30 году. В восстановленном доме отец Есенин прожил всего год. В 31 году он умер. Похоронили его здесь же, в Константиново, на кладбище. А Татьяна Федоровна вот в этом доме жила до 55 года. В 80-летнем возрасте она умерла, похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище. Дома они сразу открыли библиотеку, потом в 65-м году, в канун 70-летия рождения. Смотрите, а вы слушаете, а сами сходите, смотрите. Вот мемориальный дом музей поэта. Ну вот, в общем-то... Как там наш Федякин? Николаевич меня сбил своими вот этими показами. За моим домиком там смотрите? Вот мы с вами сейчас в горнице Есенина. Как он писал, помните, наша горница Кутимала, ну, чистая, если вы не досуги, в этот вечер вся жизнь мила, как приятно, память о друге. В общем, в доме все вещи в основном сохранились подлинными. Есть, конечно, где-то что-то подобное. Вот. Стоит все на прежних местах. Лежанка на печке. Любовный раздвижный стол. Также накрытый скатерть. И тот же стол, за которым мы сидели. Да, те же стулья, которые отец привез из Москвы, венские стулья. На нем, как и тогда, вы видите, вот махорка с цветами и красной лампой. Вот печка настоящая. Вот на такой печке лежит сейчас 122-летняя старушка. Дом Есениных. И вот когда с участка как-то обедали пожар, первым из дома она выносила эту икону, говоря, это для меня самое дорогое, остальное пусть все горит синим пламенем. Лишь спорученца грешных и неопалимая купина. Деревянные часы, известные швейцарские фирмы Габю, которыми награждает купец Крылов, отца Есениных, сам Кичика, тот заканчивает работу в его лавке. За многолетний безупречный труд хозяин лавки дарит ему подарок. Ход их и стук слышал Есенин. Скоро-скоро часы деревянные прохрипят муть 12-й час, читаем у поэта. Кстати, во время боя до сей поры вместо боя слышен такой протяжный хрип. Вероятно, этот дефект присутствовал уже в те годы. И вот таким образом поэтому прохрипят мы эти все. А теперь говорю, господин Татьяна Федоровна. Ну, вы видите, маленькая уютная комнатка, где стоит ее кровать. Ну, как клюна леденела, тоже была личные вещи матери, блузы, юбки, шушун, шар, нательный крест, ну и другие личные предметы и вещи матери. Личные вещи Татьяны Федоровны семьи буквально последние годы жизни. И сундучок, тот самый, с которым Есенин, когда закончил Константиновскую земскую школу, поехал в Спасклепики, во второклассную учительскую. Потом с ним же поехал в Москву, Петроград. И только когда вернулся из-за границы, привез дом родителей, оставил его здесь. Ну, а вот это справа... подлинные все, подлинные, да? А вот справа за перегородкой кухня. Ну,
Большей частью ее, конечно, занимает русская печь, да? Смотрите, там на печке, вот, печь? Видите, лежанка. Палатка. Это лежанка, да, там с палатями. Значит, напротив печи стол с большим ведерным самоваром. Самовару, кстати, тоже. Чулан, где хранили продукты. Ну, предметы крестьянского быта. Я не стану, наверное, назвать по именам, все понятно. Но обратите внимание на косу. Это ступа стоит. Именно эту косу, если не пользоваться на поздно упор, когда придет Константинова. Так говорила Екатерина Александровна, поэтому мы считаем это самый важный и ценный экспонат в этой экспозиции. Помните, может быть, строить, да. Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий, да. Память удивительна, я не дала. Ну а теперь, дорогие мои друзья, сюда, по традиции, мы Сереженьку должны применить. Так, ну, может быть, я с вами попрощаюсь? Нет, вы нет, с нами, первый, Сережечка. Первый вам. Нет, я уже, я тогда не первая. Нет, давайте первый. Гости. Нет, первый. Нет, первый. Самый главный у нас сегодня. Я очень рада, что вы там приехали, нашли возможность посетить замечательные наши места. Дай Бог, чтобы это было не первая, вернее, не последняя встреча, да? Вот поэтому дай Бог вам всего самого хорошего и, главное, здоровья. И вам тоже спасибо. Здоровья. Как хотите. О, Русь, малиновое поле, и синь, упавшая в реку, люблю до радости и боли твою тоску. Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоками, медом, по церквам твой кроткий спас. И гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех. Мне навстречу, как сережки, прозвенит.